Всем привет, дорогие друзья, и меня зовут Андрей, и вы находитесь на канале Казаков Геймер Систем, то есть КГС. И мы продолжаем играть в игру Fable Anniversary, то есть переизданная. И с вами снова картавый летсплейщик. Что я хочу сказать, в прошлой серии проходил обучение. Так, сейчас. Все. Так, в прошлой серии проходило обучение. Кушки достали. Проходило обучение. Мы нашего героя, как говорится, подтягивали, натягивали. Не, нашего героя никто не сможет натянуть. Никто. Ведь он герой. Ну что ж, нам доверили меч, нам доверили лук, нам доверили магию. И черничный пирог. Значит, мы уже герои. И да, продолжаем бороться с мухами. Ползут по всему экрану. Лето. Вот теперь я ощущаю, что лето. Что мне сказали делать? Я не знаю. Давайте посмотрим. Там мы... Чё? Там мы получили опыт. Чё ты тут смотришь? И снова здравствуйте. Ха, привет. Так, наставник. Возьми с карточного стола задание ОС. Ты хочешь, чтобы я в изумрудный город пошел? Ну все, правильно, дорога из желтого кирпича. Значит, мне туда надо будет выйти. Странно все это. Я должен буду, значит, встретить сначала этого страшила. Железный дровосек. Лев. Элли. А я, по-моему, есть Элли. Мой домик улетел. Так, что у нас тут? Осиная... Осиная угроза. А-а-а! Ты про этих ос! Так, нападение снежного тролля. Это недостаточно известен, чтобы взяться за это задание. Краткое описание задания. Снежный тролль орудует на искрученном побережье. Чтобы справиться с ним, нужен могучий герой. Ха! Ха! Да и достаточно известен, чтобы взять это задание. Краткое описание задания. Житель деревни недоволен увеличением налогов. Усмири протестующих силой. Ё-моё. Ты недостаточно известен, чтобы взяться за это задание. Кратко списать задание. Слуги тьмы основали лагерь в ведьмином лесу. Он может быть опасен, избавься от него. У нас только одно доступно, да? Ну давай. Осиные угрозы. Взять задание. И все, да? Да, все. Выйти-то как, а вот. Значком на карте отмечены выходы из области, которые помогут добраться до места задания. В разделе снаряжений можно найти подробности всех текущих заданий. В любой момент можно нажать F и посмотреть текущие задачи. О, классно. Так, что я хотел сказать? Блин, что ж хотел сказать? А, да. Теперь у меня микрофон будет, я заказал. Только, наверное, через месяц придет. Ну и что, подождем. Я хочу... Ой, я хочу, чтобы вы мой голос слышали нормально. А то у меня голос-то намного грубее и получше. А там, блин, как будто какой-то писклявый. Вот, вот муха сидит, вот чё ей надо, а? Вась, ты не обнаглел? Ну что ж, пойдем. Да, я муху назвал Васей. Я его столько времени не могу убить, что мы даже уже проднились. Вы можете использовать движение колесика мыши, чтобы приближать и удалять камеру. Серьезно? Я это в самом начале уже знаю. С самого начала, да. Если вам надоест смотреть на героя, нажмите К, чтобы переместить камеру за его спину в позиции по умолчанию. Чтобы приблизиться к герою, нажмите R. Чтобы выйти из режима любования героем, снова нажмите R. Запомните себе нарцисс среди героев, явление абсолютно нормальное.
Помни, золотые пометки на карте покажут тебе путь к цели твоего задания. Ладно. Что я могу для вас сделать? Осы атакуют людей в парке! Скорей за мной! А, да, да, давай помогу, мужик, что случилось? За мной! Давай, пошли. Да какой нахрен, бежим! Веди меня, мужик, быстрее! Что у вас там происходит? За мной! Какая прорисовка. Не, серьезно. Был бы у меня меч, я бы тебя пополам... Блин, нет времени на вас. Скорей! Сейчас разберемся. Сюда! Пожалуйста! Полян для пикников. Сейчас разберемся. Так. Ни хрена себе осы. Будь такие у нас в реальной жизни осы, я бы давно, блин, скопытился, охренеть. Они больше моей головы, иди сюда. Помогите, пожалуйста. Спасибо, что спасли. Так, я сфера. Всем расскажу. Спасибо. Бабу не трогать. Забираем. Ты мне жизнь спас. Ой, да ладно тебе. Спасибо. Да нет, что. Ну ладно, чё. Это чё за биф? Тебе чё надо, тварь? Перебей всех, ос. Против королевы, ос, тебе поможет Куйнук. Новые осы. Но с твоим оружием тебе нечего их бояться. Ага, эликсир воли поднял. Так, мухи, ну идите вообще сейчас не до вас, а? И снова атакуй королеву ос. Помни, что у тебя есть еще и магия. На, тварь! Поняла? Ты неплохо учишься пользоваться боевым. Поняла, как тягаться со мной, поняла? Ничего ты не поняла. Чего бежите? Что случилось? Спасибо. Голова королевы ос, награда. Спасибо. Опа, ты стал известен, чем выше уровень известности, тем чаще вокруг будут слышны радостные приветствия, а может и вопли страха. Чтобы стать известнее, выполнять задания, хвастать трофеями, совершайте как можно больше геройских поступков. Когда известность повышается, внизу экрана появляется значок. Ты получил новое задание. Так, что у нас здесь еще можно? О, что это такое? Яблочный пирог. Я его наставнику делал. Что он здесь делает? Зеленое яблоко. Заурядная борода. У тебя есть борода, я скажу тебе, да! Найди образец прически. Покажите его любимому цирюльнику, и можно будет сделать себе такую же. Мне не надо. Зеленое яблоко. Что у нас тут еще? Алексей, здоровье. Яблочный пирог. Еще один яблочный пирог. Хорошо. Это у нас что? Эти солнечные часы установлены в честь самых славных побед валета мечей в кровавой жатве. Ну, ладно. Трофей какой-то, вы что-то, мужики, стоите. И снова здравствуйте. Привет, чё. Помог я вам. Хорошо отблагодарили, кстати. Смотровая площадка. Не, серьезно, хорошо, 500 монет. Блин, это уже что-то с чем-то. Мейтс тебя разыскивает. Он будет ждать в таверне в Пауэрстоун. А что такое там? Что-то плескается. Так, идем дальше. Вау, какая. Это что, это так дерево изогнулось? О. Глушевельская поляна для пикников. Ага, я там помог, всех освободил. Так, здесь у нас что? Глушвель, столица торговли. Ясненько. Ух ты. У него из нас сейчас червя выползет. Серьезно? Это можно было разбивать. О, я там что-то вижу, что это за вкусняшка. Что это такое? Серебряный ключ. Видал я вас.
кидал. На один серебряный ключ такими отпирать любые, можно отпирать любые сундуки, но чем более ценных содержимое, тем больше ключей понадобится. Великолепно. Нет, серьезно, просто великолепно. Червяк выползет. Чего тут? Ты глянь, какой оборванец. Думает, ему люди будут деньги давать. Слушай, а хочешь, я тебе скажу, как его по правде раз... Мне неинтересно, пацан. Был бы у меня меч, я бы тебя пополам... Это не ты оттуда, из Укулы? То есть из Дубового Дола? Не ты ли, а? Я ведь тоже когда-то геройствовал, а теперь погляди на меня, помираюсь. Да еще этот пацан надо мной издевается. Да. Да можно же от него как-то избавиться. Сделай что-нибудь. Ну, придумай что. Придумай что? Ну да, я герой, я должен придумать. Сейчас не надо сарказма. Сейчас не время. Помните, что использовать полезные выражения можно при помощи контекстного меню в левом нижнем углу экрана. Чё? Какие нахрен выражения? Я сейчас его просто отдубасю. А, все вы, гады, герои одинаковые. Давно я так не смеялся. Я тебе, герой, благодарен. Наверняка ты еще много с кем подружишься. Ну да, я надеюсь. Может, еще встретимся, герой. Пока, мужик. Радуйся и живи. Радуйся. Блин, опять я в этой стойке. Как убирать эту стойку? Не знаю. Так. Глушпиль, столица торговли. Да, это что это за памятник? Непонятно, куда указывает эта статуя. Я тоже не понимаю. Ладно, идем дальше. Так. Ух ты. Вот это да. Мужик, здоров. Как ты, герой? Как я? Как? Я только что убил королеву Ос. Ты представляешь, что это такое? Ты не представляешь, а я вот представляю. Дурак совсем. Как я? Как я косяк? Как еще? Бауэр Стоун. Написали бы Нью Глуш или все. Бауэр Стоун. Эй, я вижу, вы не здешний. Ну да. У нас тут есть кое-какие правила, я вам расскажу. Нарушать их можно. Бауэр Стоун – город мирный. Так что оружие я у вас пока заберу. Лавки есть, таверны, народу всякого много, игры, все что угодно. Я бы на вашем месте первым делом в таверну заглянул. Вон она, прямо перед вами, вверх по улице. А, и еще насчет леди Грей. К ней извольте с уважением. Она ведь у нас мэр. В общем, добро пожаловать в Бауэр Стоун. Мэри Поппинс. Мэр. Чего? Он крикнул лавки. А кто он? Чу, портной. Чу. Что у тебя есть? Я тут немного приноровился уже, знаю, как чего перемещать. Это у нас шлемак кольчужный, рубашка деревенского жителя, кожаный нагрудный доспех. Сколько это все стоит? А у меня сколько? 596. Я, наверное, смогу купить что-нибудь. Светлый — это значит добрый, а темный — это значит нет. Подождите, ужасность 0, привлекательность минус 13, следующая поставка 2 дня, наличие 6,7, рейтинг доспехов 266, ну, еще прибавляется плюс 66, модификатор мировоззрения плюс 10. А ужасность здесь? А еще что у тебя есть? Верхнее платье, нахрена оно мне? Ну чё, чё покупать-то? Даже не знаю. Ладно. Эй, победитель Ос, ты там здорово выступил. Ну так, а ты как думал?
Это тебе не хухры-мухры, там такая королева прилетела. Я думал, мои штаны будут забрызганы ужасом и страхом. Я здесь. Ну, об этом ты что думаешь? Нормально. Ну, Мэйс. Мэйс, а ты что стоишь-то? Прекрати на меня смотреть так. Вы посмотрите. Ладно, не буду издеваться. Купаешься в лучах славы? А? Ну. Да, я слышал о твоей победе над царицей Ос. Весь Пауэрстоун об этом говорит. Но не давай славе вскружить тебе голову. Но я вызвал тебя не за это. Нынче над нами собираются такие темные силы, рядом с которыми гигантские осы — ерунда. Скажи, ты хорошо помнишь ту ночь, когда я забрал тебя в гильдию? Когда сгорел Оуквелл? Хотя вряд ли. Страшная была ночь. Я думал, что разбойники перебили всю твою родню, и ты должен был стать следующим. Но, похоже, выжил еще кое-кто. Твоя сестра. Боюсь, что это всего лишь слухи, проверить пока не удалось. Но я решил, что ты должен знать. И бога ради, парень, пока ты здесь, займись своим снаряжением. Ладно. Моя сестра жива! Она жива! Пойди в гильдию за заданием. Хорошо. Моя сестра жива. А... О, чего тебе? Скорее, идем со мной. Господи, как ты выглядишь. Фу-фу-фу. Пойдем. Привет. Беги. Беги, малец. Беги. Далеко бежать-то? О, господи. Она так бегает, что мне приходится нажимать на клавиши по 2-3 раза, чтобы за ней следовать. Куры, что ли, щупаешь? Да не щупаю я никого. Хочешь, тебя пощупаю. Так. Ну давай, давай, малец. Какое небо голубое. А? Какое небо голубое. Горе, мой бедный сынок. А чё, мой чё? Мальчик, мой бедный малыш. Мы шли на пикник на смотровую площадь, и тут он увидел эти странные грибы. Ведьма с набережной сказала, что опасности нет, но потребовала столько грибов для его исцеления. Я бы и сама их поискала, да только надо же кому-то за Элди ухаживать. Вы не поможете нам. Опять этот пацан. Это снова этот пацан. Что происходит? Чего ты сказал здесь? Помните, его может вылечить только ведьма. Ай, ладно, ясненько. О, а здесь что за проход? Какой-то проход. Погреб таверны. Совершенно ничего интересного. Ну и смысл я сюда пришел, если здесь ничего интересного. О, сундук. Сундук! Мы открываем наш первый сундук. Кожаный нагрудный доспех. Блять, я его купить хотел. Слава богу, не купил. Наш первый в жизни сундук. Здесь никаких секретов нету, что-либо двигать. А то я в Резоне-то, помню, играл. Или в Райзене. Как ее назвать, не знаю. Но когда я играл, там были какие-то всякие ловушечки. Ну, кнопочки, вот так нажимаешь, и хоп, бочка-то двигалась. Я, опачки, вот это да. Ну что, давайте наденем. Как одевать-то? А... Бля, как в меню выходить? Ты издеваешься как? Да не, мне этого не надо. И тебе приятного аппетита. Я сейчас нажимаю просто на каждую клавишу по очереди. Я не знаю.
На что надо нажать? На что? Может, F1? Еще раз приятного аппетита. Так. Блин! Давайте параметры. Так. Захват достижения. Открыть снаряжение. Сука. Блядь. Теперь знаю. Снаряжение. Даже торс, да. Ух ты. Я могу тут даже костюм ученика одеть. Деревенский житель. И кожный нагрудный доспех. Что-то выглядит как-то... Фу. Ну ладно. О, оружие. Кстати, у нас же катана должна быть. Мы ее когда-то заслужили. И не сохранилось. Блин, давайте выйдем отсюда. Выходи. Сколько времени записываю? Я не знаю. Нам сказали... Сказал этот Мейс приодеться, чтобы я был прям в форме. Ну, в форме, так в форме. Какое небо голубое! Какое небо голубое! Так какое небо голубое! Что тут творится? Не знаю, что это такое. Привет! Привет, ты кто? Вам нужны вещи определенного стиля. Ты вещи продаешь? У тебя стрижка! Под ежиков, фу-фу-фу. Под горшочек, фу-фу-фу. Бритого, фу-фу-фу. Борода классическая, фу-фу-фу. Фу. Фу. Уфу. Дай мне просто прическу и... Обычная стрижка. Ну давай обычную стрижку, только я... Даже что-то как-то... Не знаю, блин, ну давай. Давайте поспорим. Возможно, твоя помощь будет не лишней на яблочном дворе. Курощуп, величайший герой современности. О, господи, ты вообще видишь что-либо? Давайте под ёжика. Бэкспайс. Возможно, твоя помощь будет не лишней на яблочном чуть дворе. Чуть не врезал ей. Чуть не врезал случайно. Возможно, твоя помощь будет не лишней на яблочном дворе. Ты зачем пришел? Вы шутите? Что это такое? Что это такое? Эта тварь меня изуродовала. Тут спать можно где-нибудь? Я весь теперь из сахара. Главное, в чашку с чаем не угодить. Да, действительно, хочу лечь в эту постель. Здесь никого. И никто не будет докучать. Какое небо голубое. Главное не угодить в чашку. Наркоман, наркоман. Ночь, безголовая макака. Мне страшен взгляд твой. О, господи. Наркоман, наркоман. Эй, баба, прическу мне сделай нормально. Мне стыдно с такой ходить. Под горшок, это... Мне страшно ходить с такими прическами. Что ты творил? Верни мне мажу, назад мое. Короче, давай обычную, я ухожу. Ну нахер тебе. Возможно, твоя помощь будет не лишней на яблочном дворе. Возможно, может быть, я найду какие-нибудь курощуп. Другие прически. Да, это имя тебе подходит. Да пошла ты в шопу, не хочу быть курощупом. В гильдии тебя ждет очень важное задание. Ясно. Да, кстати, переодеться хотел. Как у нас там открывается? Ага. Так, снаряжение. Торс.
Ох, я уже приноровился. Так. И орудие. Так, железная катана. Хорошо. Блин, какой я дрещевый. Не, ну серьезно, какой-то дрещевый. Мужик. Порядок? Да все порядок. Вы пришли по адресу. У тебя обсидиановый шлем. Вау-вау-вау. Сколько он стоит? Ниху! Вот это цена. Он у тебя из золота, что ли? Я никак не пойму. Нижнее платье. О, мне хватает на платье. Ладно. 34 тысячи. Ничего себе. Ну, хоть на что-нибудь здесь хватит. Ботинки какие-нибудь там. Ух ты, сапоги ассасина. Ужасность добавляет. Не. Кожаные сапоги. Ужасности 0, привлекательности минус 5. Светлые кожаные сапоги. А... Давай. Кузен говорит, на яблочном дворе что-то странное происходит. Вы пришли по адресу. Знаю, что у него еще нужно посмотреть. Сколько у него стоит? Вот это, да. 545, а у меня не хватает. Кузен говорит, на яблочном дворе что-то странное происходит. Я не могу здесь пробежаться? Могу. Оп, четко украл. Да-да-да-да-да-да. Ух ты! Ключик второй! Второй ключик! Мне это нравится. Что вы хотели, сэр? Ничего я не хотел, я у тебя ключ свистнул. Так. О боже, нафиг, я боюсь эту девчонку, пойду я отсюда. Портал позволяет быстро перемещаться по Альбиону. Однажды, посетив область портала, можно вернуться туда в любое время. Чтобы телепортироваться, надо войти в портал или нажать и удерживать. Б. Вы пришли по адресу. А у тебя что есть? Ух ты, эликсир здоровья. Давай мне эликсир здоровья. А, воскрешение? 500! Ничего себе! Они дорогие. У тебя. Наверное, только у тебя такие они дорогие. Что у тебя еще? Лопата. Удочка. А мне не хватает. Тебе что-нибудь продать можно? Голова нужна? Не хочет. Лучше бы взял. Дурак вообще. Серебряные ключи не возьмешь? Так. Тут больше ничего интересного-то у меня нету. Кузен говорит, на яблочном дворе что-то странное происходит. Сейчас посмотрим, что там на яблочном дворе. Ай, башка. Сейчас посмотрим. Что затеваешь? Что затеваю? Ты не представляешь, что я могу затевать. Ты не представляешь. Больной ребенок. Глушвель, мальчик съел странный грипп и заболел. Ты можешь ему помочь. Поговори с ведьмой на Глушевской пристани. Чего? Мальчик-наркоман. Мальчик-наркоман. Грибочек свой сожрал. Так, я же хотел сейчас, да, ботинки одеть. Они, наверное, придают что-то поболее. Вот смотрите. Сапоги деревенского жителя я ношу. Привлекательности 0, ужасности 0, модификаторов нету. Не знающие сносы. А теперь светлые кожаные. Модификатор плюс 2, привлекательности минус 2. Короче, они что-то дают, не знаю чего. Так, я как понял. Это что это такое? Какая-то хрень. Так. Бабёнка нам сказала в Неглушвильском этом. А там что? Давайте пройдемся, мне интересно даже. Ух ты. Что это такое? Что это такое?
Я, кстати, в третью часть играл, я знаю, что такое неблушка. И посмотрев вот по первой части, что-то как-то... Тот Нюглушпиль, который в третьей части, там город. Здесь просто деревня. Обычной деревни. Я сейчас всего за секунды две дошел до конца уже города этого города. Думаю, дома и лавки, на двери которых дописано продаются. Ну, дописано продаются. Можно купить здание, лишившиеся владельцев будут выставлены на продажу. Если средства позволяют, можно вложиться в недвижимость, чтобы сдавать ее в наем. Если герой решит жениться, ему следует приобрести семейный особняк, чтобы жить в нем вдвоем. Хорошо, здесь жениться можно. Прекрасно. О. Куда ты направляешься? Ой, извините. Привет. О, учитель. Учитель! Что? О, здравствуйте. Простите, я мистер Подагринс, директор здешней школы. Здоров. Хотя от школы уже мало что осталось, с тех пор, как леди Грей урезала нам бюджет. Блин, как я выгляжу. О, господи. У меня такое чувство, как будто волосы просто растеклись по моему лицу и все. Представляете, она продала половину школьной библиотеки. Вот сучка. Как будто роскошь важнее, чем образование. Так что, если бы вы могли пожертвовать нам какие-нибудь подходящие книги, это было бы прекрасно. Это же Курощук! Хорошо, я вам книги найду. Спасайтесь! Чего не так? Я нормально себя вел, дурак. Пнуть бы тебя. Да и... Это, наверное, самая бы долбанутая идея пнуть охранника, то есть сторожа. Глушевельская пристань. Как я понимаю, ведьма здесь. Это я все в Бауэрстоуне еще. А, здорово, ведьмуха! Ведьма! Ведьма ты! С опытом! Давай! Дай угадаю! Тебя сюда эта молоденькая дура послала! Ну, у нее еще пацан рехнулся! Чего вылупился? Ну, ведьма я! По четвергам гадания, по пятницам заклинания! Кстати, ты не первый дуралей, которого она ко мне подсылает! У нее свое расписание есть! Вот, принесешь мне 4 сих мухоморчика! Но ты не спеши! Ежели чего, пацану-то все равно ничего не сделается! Малой сейчас, небось, по полной прется, как ты сам понимаешь. 4 бухоморчика тебе принести. Ты охренел, что ли? Где я тебе найду их? Что здесь? Хрустящий цыпленок. Ладно. Бабка. Чтобы сварить лекарство, нужно 4 синих гриба. На холмовом поле у торговца их всегда купить можно. Его прилавок аккурат возле речки, увидишь. Да и тех, у кого эти грибы есть, ты сразу определишь. Мне до холмового поля еще далеко. Можно выходить отсюда. Так. Она мне сказала на холмовом поле. А я знаю, где холмовое поле находится. Это недалеко от Оуквелла. И как мне найти Оуквелл? Оуквелл. Меня Мэйс оттуда когда-то забрал. Я, наверное, еще не скоро увижу этот Оуквелл. Дубовый дом. Во. Ладно, я думаю, надо выходить отсюда. Бесит меня этот город уже. Купим, продадим. О, а здесь что? Кто это тут лезет без приглашения? Кругом и шагом марш отсюда! Ты чё? Я ж хотел просто поздороваться, ну... Люди еще добрые называются, да Подчиняйся законам. Эта девчонка до сих пор стоит. Я как вот, знаете, вот как ходил здесь, она так и стояла на этом месте. Ну тебя нафиг, а? Я быстро и в портал прыгаю. Гильдии героев перенестись. О, супер. Ну нахрен. Знаете, из ужасных фильмов, ну из ужастиков, из хорроров, девочки всегда в платьях стоят, и вот это так же, вот, ну нафиг.
Если бы она еще ночью так стояла, вот сейчас бы я точно офигел. Ага, вот это уже лучше. Вот ты кто. Здорово. Должно быть, ты тот паренек, о котором постоянно болтает хитрец. Понять не могу, чего он в тебе нашел. Какая... Хотя ему видней, конечно. Но я забываю об этикете. Меня зовут Бра Роуз. Ты, конечно, обо мне наслышан. Нет. Прости, нет времени на автографы. Страшно тороплюсь в Нот Холл Глэйн. Да не хотелось бы. Если ты за заданием, то имей в виду, что все вкусное уже разобрали. Ну, я уверена, что гильдия найдет тебе дело. Говорят, на кухне посуду мыть некому. Фу ты сволочь, а! Очкастая. Герой, иди выбери ее, а! Она ушла. О, я же сферы собирал. Так, телосложение могу про... Давай телосложалочку качай. И все? Да. Ну что, я хоть помощнее-то становлюсь? Да, по-моему, да. Плечи стали побольше заняться. Не, ну серьезно. Я не шучу. Выбирай свой путь мудро, герой. Задание от яблочного двора уже ждет тебя. А я успею еще задание-то пройти одно? Я даже не знаю. Можно взять задание и закончить эту серию? Давайте. Защити фруктовую ферму. Помоги стражам отбить атаку разбойников. А это что? Проведи разбойников к ящикам и прикрой их, пока они воруют. Да пойдите вы нафиг! Ща-ща-ща-ща-ща, конечно! Ага! Ага! Все, защищать я буду фруктовую ферму. Задание и обещание? Что это такое? Меня куда-то выкинуло. Эй, я ничего не хотел. Защита фруктов без защиты. А, голышом? Голышом. Сука. Да, принимаю. Без царапин. Да, принимаю. Защита фруктовой фермы. Не используйте оружие и атакующую магию. Нет. А, вот. Защита собственности. Убедить, что все шкатулки и артефакты на месте. Беру. Беру. Какой нахрен калачный боец? Все. Эх, сколько я всего наобещал-то? Знаю, ты можешь. Да? Эй, вот ты где. Я здесь, Лео, продавец титулов. Думаю, мы сделаем вам специальное предложение, сэр. Ты имена продаешь? Ё-моё, почему я тебя раньше не заметил? Я не хочу быть кровощупом, пожалуйста. Сволочи, я пойду чуть продам, я не хочу быть кровощупом. Какой из меня кровощуп? Я щупать курты не умею. Ну что ж, давайте... Не-не-не-не, давайте посмотрим... Задание-то я взял? А, карточка с заданием нет, знаешь, взял. Великолепно. Дивный лавочник. Уверен, вы найдете что-то себе по душе. Я тебе продать хочу, а не купить. Да-да-да. Рубашку деревенского жителя. Блин. Ну, ботинки у меня сейчас теперь уже светлой кожаные, значит, вот эти деревенские мне уже не нужны. На, забирай. И торс надо теперь сменить. Деревенского жителя продать. Хорошо. Все, по-моему. Назад. Ах, ты маленький негодник. Ты что, херел? Пришли сделать покупку? Я пришел тебе лицо набить. Ни хрена себе. Маленький негодник меня назвал. Так. Заметили, я постоянно на всех переключаюсь вот так вот. Для того, чтобы отключить стиль боя, он почему-то стоит постоянно вот так вот. С это. Стойки, вот.
Блин, забываю, как называется. Ну что, на это, наверное, все. Что-то как-то мало. Давайте пройдемся. Я хоть посмотрю, куда идти-то. Вдруг задание успею завершить. Пришли сделать покупку? Да, я пришел сделать покупку, дай мне другое имя. Уверен, вы найдете что-то себе по душе. Это чё, какие, чё они какие дорогие? Лицезад? Не, курощупом быть лучше. Пойди ты в пол. Курощупом лучше быть, курощупом. Эй-эй-эй-эй-эй! Что случилось? Это ты мне! Блин, сколько наркоманов в этой игре, причём! У меня одна серия, блядь, вся на наркоманах построена! Знаешь, от звуковых волн башка треснуть может. Я видал такое дело, брат. Чувак, я видел такое! Я бы тебе показал. Да только посеял свой гриб истины в гильдии. Да. Да. А ты что скажешь мне? Или ты нормальный? Эй-эй-эй-эй, если будешь стоять неподвижно, я смогу разглядеть твой скелет. Ведьма, спаси их всех! Боже мой! Ты ведь гильдейский, да? Брат, вот это место, слушай, если ты туда вернешься, может, поищешь наш гриб? Поищу. Ну, я через ручей шел по камушкам там, у говорящей двери. А гриб, опаньки, и выскользнул. Сколько наркоманов в одной серии? Куда там? Ты здоров? Ой, брат, похоже, феи прогрызли мне ходов в голове. Господи, блин! Что творится? Что творится? Куда я пойду сейчас? Великолесье. Чего? Великолесье? Я думаю... Ой. Во сколько я начал записывать, я не знаю, но... Думаю, на этом все. И мухи достали уже летать. Так. В следующей серии мы пойдем в Великолесье. Как мы слышали, надо яблочный двор там защитить. Мы защитим яблочный двор. И посмотрим, что будет дальше. Посмотрим, вот что. А теперь, что хочу я сказать. Какого хрена здесь столько наркоманов? Ну ладно. Блин. Ну что ж, дорогие друзья. Меня зовут Андрей, вы находились на канале Казаков Gamer System. Мы проходим игру Fable Anniversary. Это уже наркомания какая-то, блин. Fable Anniversary переизданная. Переизданная наркоманами. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. И всем удачи, всем пока, до скорых встреч!